Ребята, всем привет, это город Уральск, 9 мая. Я, в принципе, должен был в это время утром, как всегда, выйти и пойти на стелу для того, чтобы принять участие в возложении цветов, почтить память нашим ветеранам, которые добыли победу, мирное небо над головой. И также сделать, как всегда, небольшой репортаж об этом событии, в том числе о бессмертном полке. Но, к сожалению, вот полицейские дежурят у моих окон. И если я сейчас выйду, то, скорее всего, мне вручат на сегодняшний день повестку. Я должен буду явиться в полицию для дачи каких-то объяснений или показаний по какому-то обязательно придуманному уголовному делу. Вот. Или доставят меня они приводом туда, в полицию. А если я откажусь, вменят мне неповиновение властям. Это уже административное наказание до 10 суток, если я правильно понял. Вот такие дела. В общем, вот так, казахстанцы. Всех поздравляю с 9 мая, с этим святым праздником. Особенно наших ветеранов, которые воевали, которые отдали жизнь свою для того, чтобы мы жили под мирным небом. Я, конечно, прошу прощения у моих подписчиков, что в этот раз не смогу сделать видеорепортажи с мест событий 9 мая. Обычно я всегда это делаю, потому что если я выйду, меня просто увезут, вот и все. А я не хочу там париться в полиции, если честно, терять свое время. И кто не знает, сейчас в том числе хотел бы проинформировать, не открывается сайт «Уральской недели», радио «Азатык». Вот, в принципе, YouTube, Facebook пока открывается.